Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В областном центре прошел рейд по пожарной безопасности. В нем приняли участие спасатели, сотрудники полиции, представители администрации. На этот раз в зоне внимания оказался многоквартирный дом на улице Литовской, в прошлом общежитие. Участники рейда особое внимание уделили электропроводке и противопожарному состоянию коридоров. Нарушений, к сожалению, было выявлено много. Осветительные лампы находились без плафонов, не укомплектован пожарный кран, провода самодельно скручены. В комнатах жильцов ситуация не лучше. Перегружены электросети, нарушена изоляция проводов. Все неисправности куряне обещали устранить. Сеть не перегружаем. Ну, хорошо, значит, хорошо. Дома не курим. Обогреватель у меня нету. Дома мы не курим. Хорошо, хорошо, я понял. Сейчас потушу, подождите. Поэтому, чтобы не было пожаров, нужно их предотвращать. Инспекторы предупредили нарушителей о том, что при повторном визите будет составлен административный протокол и придется заплатить штраф. Кстати, в этом многоквартирном доме в 2019 году произошел пожар. Серьезно пострадала одна из квартир. Проводилась эвакуация жильцов. Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, правила эксплуатации электроприборов. Также были зафиксированы случаи нарушения правил эксплуатации. В основном это использование электроприборов с нарушениями электропроводки, также нарушение изоляции электропроводки и использование самодельных электроприборов, обогревателей, также оставление их без присмотра. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.